Всем привет, ребята! Перед вами швейная машинка Чайка 142М 1990 года с глянцевым столом, ну а были еще и с матовым. Без привлечения лучшая модель из выпущенных на то время. Наиболее совершенный аппарат, имеющий делать массу операций. Сейчас я открою и покажу, как все выглядит. Значит, есть в этой модели и нитка-обрезатель, и устройство натяжения нити. Привод, правда, ножной, но можно поставить и электромотор. Справляется успешно с пошивом изделий из льна, шелка, шерсти, хлопка. Для выполнения декоративных швов имеются двойные иглы. Основные виды строчки – прямая и зигзагообразная. В 1990 году цена ее составляла 252 рубля. Выпускалась на Подольском механическом заводе. Сейчас ближе покажу вам, что тут имеется. Значит, есть вот такая инструкция. Шнур. Набор игл и запасных частей. Так, вот так она выглядит все. Шнур можно подключить. Это для того, чтобы в темное время горел фонарик. Вот так. Или удобнее было смотреть, как оно все шьет. Ну вот так все выглядит. Как видите, разные настройки. Хороший вариант для тех, кто любит шить. В общем, ребят, всем спасибо за внимание. Лайкайте, подписывайтесь. Всем пока.